Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня с новой серией на проекте Amazing Holy Play. Сегодня будет интересное видео, которое вы давно ждали. Вы красавчики, вы набрали 300 лайков, даже больше. И сегодня я покажу финку двух топовых бизнесов, а именно две АЗС-ки в Южном. Потому что финку раньше никто не показывал на общее обозрение, но сегодня я вам все это покажу и расскажу. Поэтому сразу поставьте лайк и подпишитесь на канал. Давайте постараемся на этом видео набрать 300 лайков. Также сегодня мы разберем конфликт между Сергей Клинтон и Томас Шелби. Я вам покажу голосовое сообщение, в котором Сергей Клинтон, в принципе, все рассказал про эту ситуацию. Буквально уделим этому 5 минут. Я думаю, вам это будет интересно и полезно, поэтому смотрите видео от начала до конца. Также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Holy Play. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Что касательно Шелби, Шелби все довольно просто. Короче, на циферблате было 6 часов утра с копейками. Я в это время общался с человеком из красной администрации. И тут мне пишет Шелби со второго аккаунта, Сергей Наумов, типа, привет, давай ты купишь у меня имущество на 1 миллиард. Я буквально моментально пересылаю это сообщение красному админу, на что он мне говорит, побайте его. Я начинаю его байтить, в результате чего он мне говорит, что у него симка 6 иксов, и там имущество номерами, блядь, на 1 миллиард. И в результате чего, пробив его по базе данных, мы понимаем, что 10 человек всего, точнее не 10, а 9, ходят с симками иксов, шестерых, короче. И он еще сказал такую инфу, что у него нету дома. И состояние на 1 миллиард, ну там чуть меньше, номерами и этими. То, что у него нету дома, это был Шелби, короче. Но все равно мы решили еще убедиться. Он рассказал еще чуть-чуть побайтить его. Короче, мы побайтили его. Время было 8 часов утра. Красный админ уже ушел спать. А этот мне давай, блядь, написывать. И, ну, я, короче, так как мне сказал красный админ побайтить его еще немножко, я начал его байтить. Короче, в результате это дошло до того, то, что потом Томас Шелби мне пишет со своего основного аккаунта ВК. Типа, это был я, короче, давай мы пойдем вечером в ДС, сколько ты там готов заплатить? Я пишу, я готов заплатить, блядь, за твое имущество от 100 до 150 тысяч рублей. Он говорит, да, окей, меня это устраивает. Давай, типа, вечером пойдем в ДС. Я говорю, окей, давай. Короче, время на циферблате 3 часа дня. Я уже после, сразу же, ну, короче, как мне вот это Шелби написал в 9 часов, я переслал это моментально же, опять же, красному админу. Время 2 часа дня. Администратор читает это, и, короче, ну, исход ясен, Шелби уходит в бан до выяснений, и сейчас вроде как проскакивает инфа, я точно не знаю, потому что я не уточнял, потому что мне глубоко похую на него, то, что его уже все деактивировали. И сейчас самое смешное, что Шелби пытается доказать то, что как бы он пытался меня байтить, но мы знаем все то, что это ебучие детские сказки, потому что нахуй человеку покупать, блядь, имущество за реальные деньги, когда он, блядь, вдонатил в проект в общей сумме, блядь, за все время около 700 тысяч рублей. Ну, почти пол, блядь, пол, господи, почти миллион рублей, блядь, за все время пребывания его в этой игре. Ну да, это тупо, блядь, и терять такой аккаунт, соответственно, тоже не хочется. Да я человек с головой. Шелби сейчас пытается выставить эту ситуацию так, то, что я как бы там еще АЗС-ку брал, то, что 300 человек, 300 миллионов, короче, через банк мы не хотели проводить. Ну, не то, что не хотели, не было возможности, потому что там комиссия была около 20 с копейками миллионов. И, короче, ни тот, кто продавал АЗС-ку, у него не было таких денег на руках, ни у меня, то есть, лишних не было. И, то есть, мы обусловились тем, что мы переводим через машину. Перед этим я узнал у разрабов, можно ли... Ну, не у разрабов, у админов, короче. Можно ли так делать? В результате чего мне сказали, типа, да, можно, если админов нету в сети, которые, ну, смогут последить. А время на этот момент было... Около 7 часов утра что-то, блядь. Короче, админов еще не было. И мы, короче, с ним договорились, что мы переводим через машину. Мы перевели через машину первую транзакцию, 300 миллионов. И затем сразу же, через 30 секунд, он мне кинул эту АЗС-ку. Так же было и со второй. Только она была куплена час позже, потому что Влад Реал не смог зайти так рано. И сейчас он еще пытается доказать то, что я как бы эти 300 лямов
продал за 1000 рублей. Говорит, что у него есть там какие-то доказательства в логах Сбербанков. Томас, бля, я знаю, что ты будешь смотреть это видео. Если у тебя есть такие доказательства, то, пожалуйста, давай скидывай мне их в личку в ЛС. Потому что лично я, находясь в своем Сбербанке онлайн, я не вижу таких копеечных транзакций. Чтоб ты понимал, у меня транзакции идут все от 4000. То есть я в Деливере люблю покушать на 4000 и люблю кое закупиться на Амазинге на 15000. А переводов я уже давно не делаю. Я предлагаю начать именно с этой СС-ки, потому что она самая ближняя, и на нее есть очень интересная информация. Есть даже старая финка, которую я вам покажу. Я вам покажу вообще разницу финки, которая была раньше, и которая финка сейчас. То есть ее держал мой знакомый Влад Реал, который мне скинул скриншоты финки, которая у него была 3 месяца назад. И я вам предлагаю на это посмотреть. Получается, раньше в этом бизнесе финка была минимум 2 миллиона и доходила до 4 миллионов. Но потом эту финку порезали, получается, и сейчас здесь финка не такая уж большая, но когда Влад Реал ее только купил, эту АЗС-ку, то он очень хорошо зарабатывал. Он зарабатывал в месяц там примерно 50 миллионов, это 100%, это стабильно он зарабатывал. 50 лямов, даже 100 лямов. Но сейчас эта АЗС-ка несет намного меньше, потому что здесь порезали финку. Во всех АЗС-ках порезали финку, поэтому сейчас они несут довольно-таки не так много, как раньше. Но раньше это было очень прибыльно, и заправки реально были очень прибыльные и несли хорошие деньги. Ну а на данный момент финка сейчас здесь намного ниже, чем была раньше. Намного просто ниже, вы будете реально в шоке. Просто смотрите на этот скриншот. Сейчас финка здесь 800 тысяч, 700, 500, 200 тысяч, 800, 800 тысяч. То есть сейчас финка здесь редко доходит до ляма. Вот серьезно, редко. Не, ну конечно бывает там лям 200, лям 500, может быть. Да, вот лям 200 бывает здесь финка. Ну а так, 2 миллионов нету как раньше. Раньше, понимаете, раньше здесь финка была минимум 2 миллиона. То есть минимум вы зарабатывали в день 2 миллиона. Но сейчас много еще денег уходит именно на товары. Я могу по себе сказать, то что у меня 24 на 7. И на товары уходит очень много денег. И поэтому финка уходит в минус иногда. То есть, допустим, вы не можете просто взять, закинуть деньги на бизнес и завести продуктов. Деньги будут уходить в минус все равно. Вот, допустим, у вас там 200 тысяч за сегодня финка, и вы привезли продукты на 300 тысяч. То есть, у вас будет минус 100 тысяч финку показывать. Как бы это нормально, это такая система сейчас на Амазинге. Ну, серьезно, типа, сейчас финка здесь лям 200. Ну, типа, 2 миллиона вообще нету. Абсолютно. 2 миллиона я не вижу. Но, скорее всего, это из-за того, что завозят продукты, потому что на ЗС-ку очень нужно много продуктов. Я не знаю, сколько сейчас здесь, конечно, продуктов. Раньше как бы показывалось, сколько здесь литров на ЗС-ке, а сейчас этого не показывает. Поэтому я вам сказать ничего не могу. Но в любом случае, я считаю, то, что это хороший бизнес, потому что АЗС-ка навсегда актуальная, потому что без бензина люди не смогут как бы катать рейсы, вообще передвигаться как-либо. Поэтому... АЗС-ка это всегда актуальный бизнес, и я бы хотел тоже себе купить АЗС-ку. Ну, возможно, не в Южном, но хотя бы там в Батырево, либо в Арзамасе. Возможно, когда-то я это сделаю, но сейчас у меня нету средств. Следующий, получается, бизнес это тоже АЗС-ка, именно в Южном, возле Останкино. Вот, получается, башня Останкино, и вот здесь находится у нас вот этот бизнес. Кстати, вон Сергей Клинтон приехал на Майбахе, но мы с ним как бы уже здоровались, поэтому на него обращать внимание не будем. Итак, давайте я вам покажу финочку. Финочка здесь почти такая же самая, как которая у въезда. Я на самом деле думал, что у въезда финка будет больше. Но здесь финка получается 600 тысяч, 800, 900, лям 70, лям 200, лям 600 даже была финка, представляете? То есть здесь финка иногда больше, чем у въезда. Я реально думал, что у въезда финка намного больше, чем здесь. Но по сути финка здесь одинаковая. То есть что там финка типа нормальная, что здесь финка нормальная. Но я всегда думал, что у въезда финка намного больше, чем здесь. Но я так понял, что у въезда заправляются люди, у которых магнумы там. А здесь заправляются люди, которые едут в казино, либо просто в город едут, они здесь заправляются. Просто я реально всегда, я всегда думал, что у въезда финка больше. Но оказывается, что у них финка сейчас одинаковая. И цена у них также одинаковая, 600 миллионов. Но, по-моему, въезда купили за 630 миллионов, а эту купили за 600 миллионов. Но сейчас ней владеет, получается, Шамиль Юсупов. Владеет этой АЗС-кой.
Я так понял, ему дали ее подержать, либо продали, я честно не знаю точно, но вроде бы как дали просто подержать. Поэтому вот такая вот, пацаны, финочка в двух бизнесах. Я думаю, такого еще никто не снимал, потому что никто раньше не показывал финку у заправок, серьезно. Никто раньше не показывал, все боялись показывать финку, но пацаны как бы пошли навстречу, дали мне скриншоты, я вам показал финочку, рассказал о этих бизнесах. Я думаю, всем было интересно, сколько здесь финка, потому что никто ее реально не показывал. Показывали только между своими людьми, как бы, и все. Между своими, да, финку все видели, но на общее обозрение, как бы, финку никто не показывал. Ну и по традиции привет получает Дмитрий Праймер, это малолетний хуесос, который о себе много чего возомнил. Тебе большой привет, пидорасик, от Сергея Клинтона.